Странно. 6-100 средний против 627. А я думал, что это лоу ПТС игра, потому что у меня 4 чела без аватарки. Your turn to pick. Охуеть. Против меня 7165. Слово. Я думал реально, что это прям какой-то 4500 игра. У меня 4 чела без аватарки. Your turn to... У меня просто 4 чела без аватарки. 4 урода без аватары. Посмотрим, что из этого выйдет. Радует одно, я потеряю 23 очка, если проиграю. То есть минус 23 или плюс 27. Типа 28 разница рейтинга получается. Минус 23 или плюс 27. В худшем случае. В лучшем, может, даже плюс 28 или минус 22. Но, скорее всего, 23-27. Your turn to pick. Ну вот, Undying подъехал. Ладно, не буду на ВК играть. На кем тогда играть? Надо, чтоб... What you gonna pick, Браун? Ten seconds remaining. A cage. 5 seconds. Ну, пикайте героя. Your turn to pick. Да. Кем буду стоять против Undying? Могу Зевса взять снова. Если не Зевсом, уже завез каточку одну. Вивера я брать не хочу, потому что там уже есть шторм. Я могу Зевсом пойти на Изелинию. У нас есть Блодсикер и Асаф, я могу взять Зевса теперь. 5 seconds remaining. Your turn to pick. Да, плузевсом играть. Куда мне пикать? Тем более еще и Медуза там подъехала. Зевс идеальный герой. 10 seconds remaining. Да? 5 seconds. Это идеальный пик. Make your offerings. Zeus is here to battle. Так. Надо отжимать паузу. Ну тут, блядь, некого брать. Ни Сларка, ни Лайс Кинга, это пиздец. Опять уроды на своих андайнгах. It's in the bag. Что мне купить против Undying'а? Мне нужен стик, наверное. Но сапоги мне еще нужнее, да? Могу купить сапоги и фармить с бутылкой маны просто. Very good. Так и сделаю. Position of power. Лол. Your prayer answered. Heaven help you. У нас на самом деле не такой плохой пик, как он думает, но у нас линии в говне. У нас лесник плюс. Ну, вы поняли. Forward. 30 seconds to battle. Yes. Я, конечно, соло не простой, то против КП и Undying'а. Не надо помощь. I ordain it. Кстати, легионка может простоять без смертей в теории.
Кто тут у нас? Тут шторм и оранжевый. Значит, здесь будет Undying и Клопа мешать. Они что, пойдут на руну? Блять. Ну, руну не забрать. Найс. Шторм забрал руну, они две руны забрали. Изи дабл баунти для них, изи. Изи ПТСки. Изи ПТСки для Radiant. Конечно, вы проебали две баунти, потому что вы неправильно распределились. Надо было идти в пятером на одну баунти или в четвером, а не так. А, она денает или нет? Я не знал, я не смотрел. Найс, не добил. ГГ. Надо было Soul Ring сразу ебашить. Было бы найс. Мне стик не нужен, как казалось. Стик нахуй не нужен. Да, нет смысла пытаться добить крипа сурки. Сурки против копа не добьешь ничего. Бесполезно. Надо себе маску и собирать Soul Ring. Надо сурки попытаться добить. А, не, она уже тут. Это пиздец. Изи. Оу. Забрал одного крипа сурки. Найс. Попробую сурки этого забрать. Нет, хуй там. Надо нести свиток Soul Ring'а сейчас прямо. Надо качать, по-моему, на двоечку молнию, потому что, ну, нет смысла. Все, мой фарм закончился. Ну, я ни одного крипа не добью сурки Зевсом против копы. Это абсолютно невозможно, даже в теории, в принципе. Только если она зафейлит очень жестко. 60 урона, тут 47, и анимация в 40 хуже. А, ясно, я не принес Soul Ring, мне просто не дали. Лол. Кончалоги ебаные. Хеллоу! Почему здесь... А, он соло умер. Я понял. Челик умирает 1 на 1 и говорит, что мы проебали до крипов. Ну так, конечно, если ты лоу-скилл ебаный, 1 на 1 дохнешь. Так, ну тут я к крипам больше не подхожу, я понял. Это невозможно. А, я умер, тут варды стоят, мы проебали. Но я не виноват, что я стою один, это не моя вина. Это вина дисраптора на 100%. Ну, крипам подойти невозможно просто, ни одним героем, блять. Кого не пикнет, ты аниме будешь видеть. Просто не существует героев. Тебе можно тут простоять. Даже не могу взять 3 левел, чтобы фармить молнии, просто не могу. Ну, а это невозможно. То есть я просто не могу подойти. То есть это вообще невозможно. ГГ, мы проебали. Ну, лесник в пике, так всегда. Когда пикует Undying, а у тебя лесник в пике, это всегда ус. В принципе, ничего удивительного. Хотя бы не испортил винрейт на ВК. Это нереально. Чел даже тамбу поставить не может, но anyway, он овнит. Найс! Непонятно, что делать с третьим левелом, без ничего.
battle. You wish you were never spawned. Easy. God give it a beating. Enough is as good. Если зомби выйдет со спины, то я сдохну опять. И это будет вина дисраптора опять. Your потому что его тут нету. Answer. Почему я один стою, я не знаю. Я ж не могу один выжить, когда я вот так стою. То есть если умираю, то вина дисраптора. На 100%. У них варды тут есть, блять, это самое печальное. Сэф наш дохнет. Думаю, пора на базу, тут нечего делать. Нет, на базу не пора. Манки нету, надо пешком. Короче, классная игра. Your prayer answered. Double damage. You fed first blood one on one. Your middle tower is under yes. attack. Very good. You lost mid one on one. Yes. Yes. Он проебал мид один на один и пишет we lost. Так если ты лоускильный хуесос, конечно we lost. Как иначе? Так и бывает, когда ты лоускильный хуесос и проигрываешь линию один на один чесноку. Десраптор, походу, не пустишь на вар. Ну, поебать. Ага, то есть... То есть, легионка умерла от медузы 1 на 1? Окей. Мы проебали. С такой командой ничего не сделать. Ну и что делать? Your top tower is under attack. Position of power. Ну хотя бы фраг получили. Ну команда мусор, тут сразу понятно было, что конец походу. SF сливает мид один на один. Легионка фидит один на один Дузи. Ну, она умирала в соло без помощи, то есть Дуза на фул фрифарме еще ее фидят фраги. Мне Аквапа может забрать теперь соло на 6 левеле, потому что у меня герой голый без ничего. SF опять умер от шторма. То есть он только дохнет от него. Это вся суть игры SF, просто дохнуть на миде от шторма. У меня линия сложнее, чем у SF, и я только один раз сдох. Хотя у меня линия 100 раз сложнее просто. Я еще умер, как бы, даже не по своей вине. А из-за дисраптора. Это забей. Это забей. Нечестно. Копа ко мне, если пошла, то я сдох. Потому что я никак не выживу, если она на меня прыгнет. Я умираю 100%. С такими итовыми не выжить. Я не знаю, я сюда даже подойти не могу. Меня заберут. Да, меня убьют, я туда не смогу подойти. Они меня убьют просто под башней вдвоем. Там шансов нету. Пойду на мид, что ли, фармить? Но меня на миде убьет шторм. Отожранный. Yes. Feed ФБ, one on one. Well played. Why go mid if you feed ФБ one on one? Storm solo killed you. Because you go mid and Storm solo kills. So you all skilled. Storm has higher skill. Сделал дуэль. ГГ. Дуэль нет. Найс, по всем. Your
все, ну, игра сыграна. Команда отличная была. Собственно, вы сами все видели, это тут команда. Команда худший мусор. Эту игру, в принципе, нельзя было выиграть изначально. У нас все везде проиграно, все линии проиграны, у нас три линии проиграно. Тут 1-1 было проиграно. Тут я стою почему-то один против двух героев, а тут легионка сосет хуй ФК. Потому что это легионка, потому что это не герой. Потому что легионка только может сосать хуй. Она больше ничего не может в этой игре. Это худший герой. То есть, ну, с лесником против зомби такое не выигрывается никогда. На моей памяти я что-то не помню особо игр на ХПТС. С лесником против зомби. Я только не понимаю, почему у меня симка мусор, а у врагов ХПТС нормально играет. Единственное, не понимаю. А у меня симка мусор 1 на 1 сливает ФБ. Спрашивается, зачем ты играешь на миду, если ты 1 на 1 не можешь простоять. Мы эту медузу уже не победим, я так понимаю. Вот то, что она там внизу убила всех. Ну не она, а клопа, ну неважно. То, что медуза выжила, это был конец. Это был финиш. Это был наш финиш. Минус урон на Бладсикере. Как его убить? Вау, дабл килл! Изи для меня. Нет, Тамбу я не убил. Легионка убежала. Что-то изи деньги. Easy life. Что это, блять, рейндж? Что это такое? Почему мне... Пиздец, что за рейнджи? Бучая тамба, ненавижу. Надо сейчас будет отходить, иначе у меня аквапа спорталится или шторм. Соло заберут. Это пачка и отход после этого. Все, пора убегать. Значит, копа меня убьет сейчас, прямо сейчас вот. Она уже бежит, скорее всего, меня убивать. Может, она пошла вот сюда, сюда, вот тогда я сдох. Надеюсь, нет. Да, вроде жив. Найс. В принципе, я могу еще получить Bloodstone к 16-й, то есть это для меня будет супер фарм в моих условиях, когда я стоял один против двоих героев. Это если я не сдохну. Если сдохну, то Bloodstone не будет на 16-й, только на 18-й будет. А, все, ловится на басу, окей. Ну, медуза 5-0. Это легионка Солхард, здравствуйте. Как иначе? Сосалите! Fuck yeah. Мне надо бутылку SF, а не на базу пошел. Он меня похилит ей. То есть я себя сам похилю. А, я не могу. Ну так у меня Bloodstone будет. Уже сейчас. Охуеть. Ой, я не то нажал. Ну как сейчас? Лол, что-то я, guys, я лучший игрок в команде. Кто бы сомневался. У меня Bloodstone через 550, охуеть. Внезапно. Только бы не сдохнуть. 400 монет и Bloodstone, лол. Просто Зевс. Считаю, что соло хард стоял. Я стоял один без саппорта. Я не фармил вообще. Медузу победить реально. Медуза это не самый сильный далеко кэрри в игре. Так что я пока не отчаиваюсь. Ну а СФ 5 сдох. Шторма. Лучший мусор у нас синька. Ого. Интересно. А, все, мы проебали, я ошибся. Я конченый. Зря сюда пошел. Я конченый, я проебал свой Bloodstone. Ну, блять, мы проиграем только из-за СФа.
Если бы сейчас Асеф там не сдох, а был бы в этом файте, мы бы их всех разъебали, просто всех. Я сначала думал, подойдите мне сделать второй спелл, то есть помочь для дуэли, а потом я понял, что я сдохну. И я понял, что я сдохну, и подошел сделать первый спелл. Зачем я это сделал, я не знаю, это супер ошибка. Но это моя первая ошибка за игру, по сути. Но она супер важная, потому что я бладстон не получил. Я могу иметь бладстон 15. Я мог, кстати, убить челика и закупиться. У меня был бы бладстон. Но я супер ошибся. Моя первая критическая, не, она супер важная, потому что у меня урод в команде, у меня симка мусор, который играет на 5к ПТС. ГГ. Я бладстон теперь не получу никогда. Мне сейчас негде фармить, все, мы проебали. Ну все, я не могу фармить. Карта закрылась, все везде фармит. Мне теперь никак не выйти никуда. Вот Асеф идет теперь файн в мид. Я не получу бладстона никогда уже. Получается. Ну все, ГГ, я бладстон не получаю. Теперь он идет фармить лес, то есть... мы с ним вдвоем будем фармить. Да, это конец. У меня мог быть бладстон на 15-й, но я ошибся. А, пиздец. Супер ошибка. Просто, блядь, ГГ. Просто, ну... вот, я... у меня ГПМ теперь 50 в минуту. Я зарабатываю 50 золота в минуту, потому что я не могу никуда выйти. Меня сразу убьют. Потому что мы проигрываем, у нас команда слабее. А, найс, мусор. На бладсуке. ГГ. Мы проебали. Глиммерс? Найс. А, я умер. Я же говорю, что я бладстон никогда не получу. Я вам говорил. Вот это ЛС! Я не верил до конца, что он так отдаст мне. Я просто не верил. Но он это сделал. Ебать, ты что, мусор? Это он ему мид проебал? Это у меня симка ПТС СФ проебал вот этому шторму мид. Вся суть Dota 2, спасибо, здорово. Медуза 6-0, здорово, здравствуйте. Оп, минус герой, изи. Здравствуйте, 6-0 Медуза. Итмы, Линкин Сфера, здравствуйте, ГГ, мы проебали. Пам-п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 ам
Изи для СФа. Синка мусор. Проебал мид штрому, который вообще хуесос. Просто отдался мне. Спасибо за бот слончик. Спасибо, СФ, за игру. Изи каточка для СФа. Найс, найс, найс. Ну я играю на голову лучше вообще любого союзника в этой игре. Я просто вообще чемпион доты сейчас. У меня только была одна критическая за 18 минут. А у них было по десятку, блять, уже у каждого. Просто все хуесос. У Леона даггер? Найс, кровь кидаешь. ГГ, найс кровь, ГГ, мы проебали. Хорошая кровь. It's not time yet. God help you now. Найс кровь. Боб, сука, найс кровь кидаешь. ГГ, мы проебали. Нас 5 героев, он кровь не кидает. Найс кровь кидаешь. ГГ, мы проебали. Бейте, тамбу. Найс кровь кинул, когда уже ГГ всем. Я выжил. Yes. Да, я выжил. Охуеть. И батя лучший. Жаль, команда подвела. Дед, конечно, пиздец, топчик герой. Я в нереальной ситуации умудрился вырулить. Я реально лучший. Команда подводит, ничего не сделать. Я не знаю, как мы будем побеждать эту медузу, она нажимает одну кнопку, мы все подыхаем. Потому что, ну, SF мусор, ГГ, мы проебали.
Nice. Just fucking GG. Okay, GG. Legion? Okay, GG, Legion Commander. Well played, GG. Nice team, as always. Every single game, such team. A position of power. Divine invasion. Я понял все для себя. Это не выиграть было никак, я уже все понял. На эту медузу никогда не выиграем. Тут команда полных ЛСов. Спасибо, что кидаешь мне увеличение урона, чтобы меня убили побыстрее. Найс, найс, солнеч. ГГ мы проебали. Что мне собирать в этой игре, мне ничего не поможет. Команда мусор, ГГ. Ну, блять, я один хорошо играю, вся команда мусор. Мне никто не помогал, у меня 7-3-6, просто Солянова без помощи. Против двух героев стоял, здравствуйте. Если на меня прыгнут, дисраптор не сделает ульт и меня убьют, потому что он хуесос. Дисраптор ничего не делает, он АФК стоит. Ух, дисраптор! GG. Вы это видели сами все, да? Дисраптор вот стоял с ультом, ничего не делал. Ноль кнопок прошло. ГГ мы проебали. Вот с таким мусором я играю, вот, найс. ГГ, он ничего не прожал, я это знал. Нахуя я подходил? Если я это знал, я не знаю. Нет. Шансов ноль, гайз. Шансов ноль. Sound advice. Look my stats, look my items. I stayed solo versus two heroes. Yes. Hello, retard. Lost for bear one on one. Hello. Your bottom tower is under attack. I stayed like solo hard. While you stayed one on one and lost for bear one on one. ГГ мы проебали. Худший мусор. Каждую игру, каждую игру. Не, если ульт, я могу помочь, если понадобится. Onward. А, я понял. Найс, команда. Только проигрываем, блять. Всегда поражение за поражением. Всегда у меня команда хуже. У меня синка мусор почему-то. Почему за меня синка мусор, а не синка игрок? Я не понимаю, как это происходит. Почему я хорошо играю, а все плохо играют? Я не понимаю. Я стоял один против двух героев, у меня была супер тяжелая ситуация. Но я вырулил, я все сделал. Моя команда ничего не делает. ГГ. Найс итемы. 23-я минута. Шансы есть. У меня почти бабочка уже, наверное. Просто 0 смертей дуза. Неиграбельно. Я пикнул самого лучшего героя. Я лучше всех сыграл. Толку 0. Поражение. Изи. Пикаешь чтоб героя, лучше всех играешь. Поражение. 100% шанс. Изи. 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 Изи для меня всегда проигрывать. Просто мусор в команде 24/7 онли. Я не могу прожать пульт. Потому что он не прожимается под сайленсом, очевидно. SF AFK. Ну все, нам выносит базу. Я супер играл, просто я максимально охуенно играл почти. Одна критическая ошибка за всю игру. И нас выносит. Я одну ошибку за всю игру сделал, нас без шанса выносит. Просто ноль шансов было.
Спасибо, Вольво. Было справедливо, было честно. Справедливо, честно. Найс. Шансы были, все дела. Одна ошибка за всю игру. Есть итемы, есть все. Есть гейм-импакт охуенный, лучше любого в команде. Но игра проиграна, как всегда. Найс глимс. ГГ, мы проебали. Асэ байбэкнулся, ничего не сделал. Найс байбэк, изи для Асэфа. Изи для Асэфа. Ну, блять, 7к тут невозможно, я играю супер охуенно, толку 0. У меня команда всегда слабее. Вот за меня 7к игрок. Он проебал мид 1 на 1. Он отдал ФБ шторму 1 на 1 на Асэфе. Как можно отдать шторму 1 на 1 ФБ? У шторма до 6 уровня нет возможности убить. Он просто не может убить. Это бесполезный герой до 6 уровня. Он не может убить вообще никак. То есть это невозможно. Такого быть не может. Но он это сделал. ГГ, мы проебали. Я хуй знает. Я не знаю, как выигрывать. За меня всегда худшая команда. Ну, всегда, реально, всегда. То есть у меня лесник. Против Андайенка, у меня лесник. Здравствуйте. Наверное, это справедливо, наверное, это честно, наверное, это по шансам. Наверное, я могу выиграть. Да. Шансов ноль, как всегда. Просто как всегда, блять. Блять, это реально... Просто проклятие. За меня всегда худшие игроки. За меня всегда хуже команда, чем у... Блять. У врагов сильнее команда. Что я могу сделать? Ничего. Медуза на фул фрифарме, шторм на фул фрифарме. Копа Undying на фул фрифарме. У нас все без ничего, один только я что-то имею. Спасибо. О, спасибо за эту хуйню, чтобы меня зафокусили под рачидом. Найс. Вкусно. I ordain it. Not yet. A position of power. Attack. Да. Не знаю. Если бы я пошел мид, Асэф на изи лайн, то было бы то же самое. Но мне Асэф не дал мид, я хотел мид пойти, но он мне не дал. Он мне запретил. Он профессионал. SF мне не дал мид, чтобы умереть один на один от шторма, который вообще, блять, против которого изи катка. Эту медузу победить невозможно. У нас нет возможности такой. Всей команды нет просто. Где помощь? Я тут один герой просто. Прикольно. Как дела? Сущий потрох. Где команда? Я не вижу ни одного человека. SF, вот, АФК. Это называется, в доту можно выиграть, правильно, да? Вот, 7к мусор у меня. Какие шансы у меня на победу? Ноль. 7к ПТС купил аккаунт, спасибо. Именно в моей команде купленный аккаунт. В моей команде, в моей. Внимание, в моей команде купленный аккаунт. Не во вражеской, в моей. Угу. Угу, конечно. В моей команде 7к ПТС купленная. Хорошо. Найс. Выиграть можно, шансы есть, ну, все дела. Шансы были, выиграть было можно. Конечно. Я это вижу, да. Я это вижу каждую игру. Каждую игру шансы есть, каждую игру можно было выиграть. Да. Кайф. Просто играешь, блядь,
тысячу раз лучше каждого союзника. Шансов ноль, сори. Невозможно играть так, чтобы победить. Такого уровня игры не существует. У тебя аниме всегда мусор, ты всегда проигрываешь. Сори, я сам умер просто. Ну и что? Я тут с Медузой задерусь, я помочь не могу. Изи манта, блять, для Медузы. А, просто умер мусор. Кайф, научи играть. Найс, и ТМСФ. Хорошо, шанс есть. А, да, что на меня бежит просто. Шансы есть, да. Да, шансы были. Шансы есть, мне просто вносят базу, я не ошибался. Сори. Как вчера прямо. Я не ошибался, мне вынесли трон. Здравствуйте. Но она не пробивается, я ничего не могу сделать. У меня супер итемы. А у меня мусор в команде. С нулем итемов. Найс, прожимаешь скиллы, ГГ мы проебали. Видели, как он скиллы прожимает? Я увернулся, потому что я лучший в мире игрок. Ну, сори. Сори. Легион Пикер. Здравствуйте. Сори. Лучший игрок убежал, потому что он лучший. Здорово. Шансы были. Шансы были. Играешь супер идеально. Шансы были. Кайф. Одна ошибка за игру. Да. Кайф. Кайф, 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 кайф. Просто база падает, я ничего не могу сделать. Одна ошибка за всю игру. Просто одна единственная ошибочка. За всю, блядь, ебаную игру. И никаких шансов. Никаких шансов при этом. Просто, блядь, тащишь худший мусор, ноль шансов, сори. Просто 0%. Зеро, зеро, зеро. Кайф. 7к ПТС Акбайер. Класс. Зачем я это играл? Смотрите, у меня 4 аватарки нету. У челиков. То есть... У меня 4 урода без аватарок. Какие шансы? Шансов не было изначально. Это было очевидно. Ну, блять, ну реально, ну я не могу выиграть. Я не могу апнуть ПТС, просто не могу. У меня всегда команда слабее, как бы я ни играл. Даже когда играю на высочайшем уровне, просто это бесполезно все. Снова проигрываю. Нету шансов. Я сделал одну ошибку за 33 минуты. И вот результат. У меня все есть. У команды нет ничего. И шансов у нас тоже нет. И не было. Найс, мусор. Научи СФ. Что ты за мной бежишь? Я же для тебя неуязвимый. А, я сдох, да? Нет, я жив. Под базой, как мусор. Что, меня под базу заберете или не осилите, парни? А, меня тяжелее, да? Это во мне это. У него мана есть? Туда его не убить. Сори, база падает, ничего не сделать. При отличной игре база падает. Сори, база упала.
Сори, я умер. Ну а что сделать? Вот база падает, что я могу сделать? Я ничего не мог сделать изначально. У меня команда еще раз слабее. По скиллу неравные команды. Тут 4К мусор, а там, блядь, победители International. По сравнению с ними, я имею в виду. Все, ГГ. Все. Одна ошибка, вот результат. Одна ошибка за 35 минут, вот результат. Нету базы. 19 бладстонов. Фарм есть, в принципе, для такой игры. Вообще охуенный. Как для игры с даунами в команде. А, шансов не было. Их просто не было. It's not time yet. Ну и как можно выиграть доту? У меня постоянно такое. A position of power. Divine invasion. Your middle tower has been denied. Зачем я не играю против мехакрипов? Зачем мой мусор играет против мехакрипов? Что-то не могу понять. Why you play vs мехакрипс, аутистс? Fucking pathetic piece of shit. Sound advice. За сколько ты аккаунт купил? Forward. За сколько ты купил? Как можно самому набить 7к и один на один умирать от шторма? Когда у шторма нету 6 левела. Ты же не человек, ты мусор. И у тебя матч шлюха. Ну я да. Зевс-то лучший пик здесь. И вообще, Зевс это супергерой. Ты знаешь винрейт Зевса на ХПТС? И вообще. В общем. Хорошо играешь, мусор. Особенно прикольно, что ты думаешь, что у нас были шансы с любым другим героем. Эх, чтобы побыть дауном с моим счетом и моими итемами. А ты, профессионал, один на один умер от шторма на ФБ. Лучший игрок. Тварина. Чтоб у тебя мать сдохла, шлюха. Минус 22, спасибо. Заслуженно. 7к мусор. Спасибо, блядь. Почему я проиграл? Причина. Нет причины, просто проиграл. Просто ПТС отняли. Просто у меня трон упал. Мне просто базу вынесли. Я не ошибался, мне просто база упала. Кайф. Одна ошибка за всю игру, потом я не ошибался нихуя. И... У меня просто база падает, ничего нельзя сделать. И так всегда. Просто всегда. Ну а замутить мусор с этой игры. Короче, блять, я не знаю. Я никогда в натуре симка не апну, это невозможно. Я слишком сильно играю, но толку ноль. Типа сильнее, чем тут, сыграть почти невозможно. Просто там мне идти не умирать на миде один раз и все. Все остальное было заебись вообще. То есть у меня лесник, у меня легион командер соло хард. Эти челики каким-то образом имеют свои симка. То есть, ну... 6-100 средний, то есть они имеют свои 6к, а СФ каким-то образом 1 на 1 умирает от шторма, у которого левел там 4 был, или 3, или 5, неважно. 6-го не было, он 1 на 1 сдох на ФБ. Охуеть. Охуеть. Я не знаю как-то, я просто не знаю. Почему за меня называется?
Так. Подрублю рабочий стол. Кайф, SF. Мой аккаунт пишет. Твой аккаунт. Кайф. Сильный игрок. Ничего не скажешь. Класс. Почему за меня? А за меня, смотрите, у него... То есть он лузы скрывает или что? Я понял. Очередной скрыватель лузов. Ничего не скажешь. Чел реально лузы скрывает, это просто пиздец. Как может чел, который, короче, блядь. Я не понимаю, блядь. Я никогда не пойму. Пиздос. А я хотел легионку посмотреть, забыл. Так. Да. Класс. Как у него может быть 55% винрейта? Он же худший игрок. Он же пикает легионку соло хард, и у него 4-11-4. Я вообще ничего не понимаю. Я просто не понимаю. Эти, походу, муты вообще бесполезны. 49% мусор у тебя выигрывает, а... Ты проигрываешь. Короче, с... Ну... Ой, блядь. Пизду. Даже разговаривать уже не хочу. Класс! Эх, сейчас бы игру найти. А, блядь. Пизду. Ну да, у меня шторм был в муте. И это он шторм в муте проебал 1-1 мид. У него 7к ПТС, он пишет. Мой аккаунт. Конечно. Помощник месяца. Суппорт месяца? Класс. Сейчас меня суппорт месяца накажет. Это чел QRD. Ладно, не будем еще писать. Он прошлый раз против меня ливал, теперь что-то троллит. Была же игра недавно, когда он ливанул просто. Мы там их уничтожили. Ну не, я там почти ничего не делал вроде бы, я не помню уже. Где-то она была. Это вроде та игра, где Бон Флетчер был. Там, где я зарешал вначале, а потом я АФК фармил. Короче, неважно.
Бля, Dota баф не досмотрел. Я вот реально не понимаю, почему в большинстве случаев именно в моей команде или Rubik Support, или Clock Solo Hard, или любой другой мусор Solo Hard. Ну просто любой другой мусор Solo Hard, ну типа легионки. Почему у меня лесник, блядь? Что это такое? Какого хуя за меня? У меня хоть стрим правильно называется? Почему за меня? А, да, все правильно. Почему за меня? Действительно, почему за меня? Как я ебал Доту. Блять. Шесть двадцать. Ну в этот раз будет минус 25. Было минус 22. Такс. Что тут у нас? Я тут обав смотрю пока еще. Этот Монти, он так что, ну, ясно, а теперь этот хуесос идет на клопимит. И он обязательно насосется. Против меня он играл на андаинге. First пиком, по-моему, там был first пик или чуть ли не first пик. За меня он берет клопу на мид, и он по-любому насосется своей клопой. Андаингом он уже не хочет. Хорошо, не хоти. Отлетая очередняра тогда. Так, Бладсикера я замутил из прошлой игры. Походу больше некого мутить, это пиздец. Your turn to pick. Тускар ебаный. Будет по-любому фидером 0-100. Тускар за меня это 0-20. Потому что он будет вкатываться, когда не надо. И будет еще убивать, может, своих. На самом деле, ну, я готов играть, потому что в той игре я только одну ошибку сделал, то есть, что мне следующую не начинать. Но у меня предчувствие, что мне пора на 6800 обратно. Вообще, как я играю, вообще ничего не решает. Все больше и больше, и больше, и больше, и больше, и больше, и больше. Убеждаюсь, что виноват, то есть, влияет только рандом вообще на все. Главное сыграть просто нормально, то есть, насколько сильно, неважно. Вам главное сыграть просто нормально, чтобы получить ПТС. То есть, просто нормально. Сильно играть нет смысла, ничего не дает, когда ты сильно играешь. Вот я только что супер сильно играл. Как для моей ситуации. Когда я, блин, стоял один против двух героев. Я не фидил всю игру. Я не делал критических ошибок, кроме одной единственной. От меня была куча урона, Game Impact. Я все делал, что должен делать Зевс, но... Ну, только варды не просвечивал, потому что я забываю постоянно варды просветить. Потому что я на Зевсе не играю. Ну, это хуйня. На самом деле, мы не из-за этого проиграли, очевидно. Типа, если бы я просветил пару раз варды, это что-то бы решило. Нет, конечно. Шансов не было никаких. Так, ну там Хускар. Стоит в Рейскинг, да, намечается. Что это такое? Я тебя должен ждать? Потому что они пикнули одновременно? Your turn to pick. Finish your battle.
wise counsel. It's in the bag! Never in the long history of the Earth has there ever been a battle more in the bag than this one. Payday. Who's in charge? This one is in the bag. Prostrate yourself! I'll consider it. As you advise. 30 seconds. Так, я все закрыл, да, все. Поехали, короче. Wraiths, your king is here. I walk among you. War is torn. By any measure. The battle begins. Я забрал баунти, но я сдох. Да, мне Магнус догонит, да. Ну... А не? Лол. Только БХ-то меня убьет. Или как? У него сапог, да, я умер. Нет, я жив. Идеально сыграл. You are in my presence. Keep your thoughts to yourself. Изи пишу в чат и добиваю крипов, но нет. У меня даун, походу, дохнет. Лол! Изи ФБ, изи лайф. Да, согласен. Найс. А хоть ты замахивайся и раздражаешь меня. Я бы тебе поебал замахнулся пару раз на такую хуйню. Ну ФБ это супер хорошо, ФБ плюс баунти. Ну то, что он меня похилил, это молодец. За это уважаю. Нет, нет! Гнида, блять! Лишь бы поднасрать. Да-да, еще одного хотел. Пиздос, это гнида играет. Так надо осторожно, чтоб он меня под вышку не закинул. Когда Баунти Хантер сейчас рядом, небось. А че, не юзает свою волну? А, у меня второй вал. Только получился. Так, ну главное, чтобы Хускара не отфидели. Да, будет более-менее. Я так понимаю, надо барабаны, Владмейл и Армлет. Скоро. Если у меня был плохой старт, то я бы, наверное, собирал сразу армлет, но с хорошим стартом барабаны найс первым итером. Ясно, минус курица. Никто не в курсе, что против БХ играют, всем похуй. Ладно. Блять. Behold your king. My next coin. Иси, блять, стан. На верочку. Венга хоть по таймингу станет, меня это радует. Неужели хорошие союзники? Хотя, конечно, блять, это было бы, мягко говоря, справедливо. Прошлую игру... Вот, я реально, ну, блять... Настолько не заслуживал проебать, вот настолько незаслуженное поражение. Ты все так хорошо делаешь, по сравнению со своей командой. Каждый из союзников играл в 10 тысяч раз хуже. Это разве справедливо проигрывать? Изи крит. Только не волну. Блять, ну он на меня нажимает кнопку, надо дальше отходить тогда, в такой ситуации. Я не могу за тот же волну, если он на меня... О, БХ. Если он на меня кнопку нажимает.
Пидорас. А если я отойду далеко, то он не сможет на меня кнопку нажать. И у него единственный вариант кидать волну, это нажимать на землю. А если он нажимает на землю, то я могу увернуться. Очевидно. Мне похуй на волну сейчас. Не на крепасиков. Can you upgrade courier? Меня затянет вниз. Лол, найс волна, научи. Найс, спасибо за игру. А я твою мать ебал, короче. Я не могу Магнусом играть, потому что у меня проблемы с курицей, как всегда. Давай со мной, у меня есть манка. До свидания, чмо. Leave me solo, I need experience for level 6. Да, Хускар на фул крипами. БХ ебаный хорошо. Блять. Хила нет. Это ГГ. Это очень плохо, потому что Хускар сейчас фрифармит, а я в это время ничего не делаю. Я сейчас рискну. Вот здесь пофармить это риск, но у меня нет выбора. Если что, я закуплюсь. Я куплю портал. Если что, я его продам. Не, я пойду на базу, у меня нет выбора, только на базу идти. Это ГГ. Я не могу там стоять, проверять. Просто убейте разок Хускара, потому что я теряю время, я иду на базу. Это я теряю фарм, я ничего не могу с ним поделать. Если бы они убили разок Хускара, было бы поровну, а теперь Хускар имеет преимущество. Хотя у меня 3 фрага на самом деле. Не такое уж и преимущество, но... Блять. Это же Хускар. Имеется в виду, что он с фастером летом по дефолту как бы сильный. Ничего не сделать. Го килл, Хускар. Kill him, kill him. Wait me, don't kill! Nice. Найс, я ТП отбил вообще изи. Получил за него. Это хорошо. Я начинаю фармить Бладмейл. Наверное, сейчас. Хотя... У него фастер, блядь, но все-таки Бладмейл лучше нафармить. Хотя у меня ульта есть. Если ульта есть, то лучше барабана, наверное. Короче, думать надо. Главное, что меня не забрали один. Ясно. Хускар армлет. Help top, help top, need help top. Хускар low HP. Help kill top. Гостан, Эрс, Гостан, Гостан, Гостан. На! О-хо-хо-хо-хо! Это было изи. Нихуя себе, мои союзники могут делать простейшие действия. Кинуть камень. Вот это да. Это успех. Это команда. Это команда. Help. Careful, careful, careful. Nice, nice, nice. I go back base. Mm-hmm.
Куда мне идти сейчас, низ или топ? Я не фарблю, на самом деле, от этого хуйня страдаю, но я Хускара убиваю. Ну как, я его один раз убил, в смысле. Теперь у него армлет голый, по сути, на 9. У него денег нету, он его только получил. Guys, go top again. Let's kill top. Я не вижу смысла идти низ. Let's go top, guys. Kill top, kill top. Блять, нахуй это на него покатился. Он же фраг. Надо фраг, надо фраг. Ладно, похуй. Пойдет. Kill, 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 kill. Сюда подошел. Kill SF. Go back, Хускар. А нет, не Хускар. Ну это ошибочка от меня. Найс, найс, стрела, блять, научи играть. Тварь тупая, найс, стрела. Так, теперь она будет мою. Я до сих пор не могу привыкнуть в этой ебаной доте смотреть на цвета порталов. Слишком сложно. Настолько неудобно, блять. I always at my best. По крайней мере сегодня. Сегодня я очень на высоком уровне игры. Я собой доволен, пиздец. Дайте один уровень. Да я критов. Надо пойду фармить вниз. Пушить вышку. Чек хорошо. А. Don't let Хускар free tower. Don't let him free tower. Я сейчас очень уязвим в данную секунду. Мне нужно фармить срочно. Надо срочно фармить. Будет мейл свой взять хотя бы. Это самая уязвимая стадия, когда ты левел 8 или 9, у тебя даже криты не замакшены, у тебя нет будет мейла и у тебя нет ульты. Это самая уязвимая стадия для вайскинга. Если это пережить, то обычно будет все хорошо. Несмотря на мое 4-0-4, я уязвим. Пиздец, как сейчас. Главное, чтобы противники этого не понимали. И не пытались меня вот сейчас убить. Вот сейчас очень важно, если я зафармлю эту волну, я получу бэдмейл. А если я не зафармлю и умру, все будет очень плохо. То есть сейчас это рандом. Как повезет. Или умру, или нет. Это рандом. Нет, их нету, значит они умрут точно. Они все на миду. Зря я подал базиль, надо было пушить. Ну да ладно. Я хочу это поймать. Ну это союзники ошибаются. Пойду фармить топ. Так, надо барбана в этой игре. Потом только армлет. Я хочу барбана в этой игре, anyway. У меня есть бэдмейл, у меня Хускар в соло не заберет. Если он на меня прыгнет с арблетом вот так вот, с ультой, он просто умрет. Мне даже ульта не нужна, я его убью в соло, один на один, изи. Bounty Hunter пошел топ. У меня есть время убить два крипа. Раз и два. Все, у меня время закончилось. Мне нужен портал, и мне надо ждать ульту. Потом помогать команде драться. К
Кстати, у меня фарм очень лоу, как для игры этой. Но я дрался постоянно. Хз, ничего не сделать. Го топ. Ганг топ. Ваюгу. What is this? У меня команда даунов, сори. Рошан не чекается и топ не гангается. Венч. Венч, are you retarded? Ебать, я из-за венки портал проебал, у меня аж мозг взорвался. Она решила один на один убить Кускара. У меня просто мозг лопнул. Я просто охуел. Мы проебем сейчас эту игру только из-за венки. Если меня сейчас тут убьют два раза, мы проебали эту игру. Потому что если меня убивают два раза, это значит, что Ускар забирает Рошана. Без шансов. А тут на топе никого нету, то есть меня скорее всего убьют два раза. И что мне делать? Мы земели, не убьем их. 2-5. Guys, we need help top. Why nobody TP top? Go back, what are you doing? Nobody on the map. Are you blind? Go check rush. Да сделай волну, уёбище, издалека ты ее можешь делать, тварь ебаная. Не, команда реально опять в говне у меня начинает быть. Все очень плохо делают, неправильно все делают. Help, help, help! Чек рош. Вэр. Окей. Let's fight top. Let's fight top. The enemy's bottom tower has fallen. 16 минут барабанный бадмео. Ну а что сделать? У меня 0 смертей. Я не виноват. Такая игра. Изи ушка, изи лайф. Найс барабаны, ГГ. Микроошибочка подъехала. Чек рош. Почему ВРК АФК на базе вообще? Вместо чека не роша. На самом деле размять Т2 на рош это уже нормально, потому что мы забрали Т1 только что. Вот если он сейчас порталит сюда, это не нормально. Мы не победим их. Килл. What are you doing? Тим, why you all AFK? Как дела? Да, мы проебали игру. Вся команда была АФК, сори. Бейте Сефа, убей Сефа. Мы выебали игру. У него есть тос. Нет тоса. Лол. Ладно. Он убил Сабл Бэйл или что? Даже не заметил. Ну команда очень плохо сыграла, я вообще прихуел. Почему только мы вдвоем тут земели нападали, почему вся команда не помогала, почему все аутисты. Команда опять подводит, просто пиздец подводит. Просто, блять, опять команда плохо играет. На линии хорошо играли, но теперь подводят. Все ужасно.
Так, мне нужен армлет и ульта, очевидно. Тогда я буду пиздец силен против Хускара этого. А потом не знаю, возможно БКБ. Возможно нет. Скорее всего, учитывая алебарду, у меня будет БКБ и МКБ. Агона фарм. Хилкд. Что Верка вообще всю игру делает? Авка фармит, ничего не имеет. Что у нее есть? Ну, молнии Аганим будет, типа, но не скоро еще. Это мало. Я не могу драться, но даже если у меня было ТП, я бы не пошел. Куда мне без ульты драться? Без ульты, и когда армлет надо фармить, это супер важно. Так-то лучше. I'm gonna have ulti soon. Just give them tower. Don't fight without me. На, наверное, dagger. Go fight. Go catch. Команда аутистов или как? Или все нормально? We fight? Kill! Kill Magnus! Ебать, я зарешал. Ебать, я лучший в мире. Давай драться. Ебать, я зарешал этого Магнуса, просто обоссал. Из этого выиграли. На! Лучший в мире! Солянова просто этот файт выиграл. Просто в соло выиграл файт. А вот и лучшие игроки Галактики подъехали. Ну что, я даггер беру, наверное. Хули. Буду врываться на хуличах. Надо унять. Пиздец. Магнус, конечно, ошибся, что он не заметил, что я в него стан кинул. Он мог избежать, а так я еще ему дал крит. И он бойлмейл сделал... Он сделал ульт на героя одного на ВК. С второй жизни он сделал на это в бойлмейл ульт. И еще автобус сделал тоже. Ебать, аутист. Don't fight. Let's fight my ult and dagger. Кайф. Как, бля, я сегодня что-то слишком охуенно играю. Сегодня реально мой день. Только не проебай бы, потому что две игры подряд, когда охуенно играешь, проебать. Спасибо. Спасибо, не хочу. Такс, что тут у нас? Wait. Блять, ну! Аааа, блядь, за что, Вольва? Ну почему она появляется на 23.01 всегда? Древний появляется не на нулевой, а на... в конце нулевой секунды. Go fight! Kill, SF. Блядь, команда аутиста. Бесполезные, блять. Никто ничего не может. Kill аппарат. Kill operation.
Я БКБ на то похуй. Найс, прыгаешь, Макс. Давай, драться. А зря БКБ Розмео прожал, это ошибка. Меня ульту сбил. То есть урон отнял. Найс, красава, замерил. Я бы Мео прожал супер зря, тогда ебать, ошибочка была от меня. Не критическая, как оказалось, но могла быть критической. Так, что мне надо, если у него БКБ, надо думать. Следующий там будет Алибарда, наверное, так что мне получается урон надо. МКБ, то есть я его мог бацать. Go back. Let's wait my ult, don't fight without my ult. Может собрать Джолнир? У меня молния будет часто прокать под его горелкой. Так, ну тут МКБ, конечно, надо, но БКБ тоже зарешает. Ну, МКБ или БКБ, надо думать. Скорее всего. Не, ну БКБ мне надо, чтобы не терять ХП, когда он у меня ультует, потому что... You stop fucking whine. Why you... All map belong to you? Why it's yours? It's not yours! All map belong to you or what? You fucking kid. It's not yours. It's not like all map belong to you. I'm going to farm ancient creeps. Fuck you. I gonna tell this every time when I go to farm. I suppose... Короче, я даже не хочу с ним разговаривать. Не человек. Меня просто взбесил нахуй. Челик идет руну забирать, это его руна. Я иду фармить сюда, это его крипы. Что с тобой, аутяра? Ты в какой реальности, блядь, пидорас ебаный, хуесос, недочеловек. Все, тебе принадлежит? Животное ебаное. Просто взбесил нахуй. Go fight, I have ult. Почему хуесос на лоу хп? I'm tracked. So what if I swagger? Go fight, guys. Wraith, why are we not fighting? Your king is here. Где моя команда постоянно? Почему они всегда далеко от меня все? Бля, почему я его не достаю? А, у меня все сдохли? Мы проебали эту игру, да? Ебать. А что команда делает? Почему они все просто умирают? А я реально ничего не понял. Почему мы проебали файт? Почему вся команда хуй сосет? Я Магнуса отогнал, Магнус не лутовал. Вся команда высосала хуй. Help! Help! Help, аутист! What I am doing, what you doing? Why all dead? Why all team suck? Что ты там, блядь, делаешь один? Скажи, ты видишь, что они там все стоят, блядь. А какого хуя у тебя хп нету? Ты идешь хилиться, когда надо воевать. Почему у тебя нету хп? Какого хуя умеет хп, когда тебе надо идти воевать, хилиться, что? Ты определишь, что ты хочешь сказать, блядь? Ты пошел на базу, когда надо было идти воевать, да, Фатерашана. И мы ждали тебя минуту. У меня было 200 здоровья, да. Так почему у тебя было 200 здоровья? Какого хуя у тебя 200 здоровья? Где ты его теряешь, блядь? Я фармил лесу. А, ну вот классно, ты фармишь лесу на, блядь. Да, забей. Я пошел на ТП, потом начали драться, так что скоро столько бэдли. Айси, айси, let's go, Рош! Come, Рош, come, Рош! Why you all AFK? Why all team AFK? Why you AFK? Я начинаю нервничать, я начинаю плохо играть. Меня это немножко раздражает.
Я начинаю плохо играть, и я так не могу. Команда хуесосов опять. Опять все плохо делают. Go kill Rush. Magnus have to be back. Azuway we kill Rush. Let where take. Where take. Go take. Go take. Come close to Rush. Go take. Insta. Don't wait. Go take. Почему, блядь, курица пустая летит? Сука! Я без БКБ в насквайте. А, курица с ботом. Все, я без БКБ на всю игру. Нас. Ясно. Здравствуйте. Здравствуйте. We can't fight. We have to back. Go bottom lane. Steel tower. Go bot lane. Bot lane. We can't go HG. Почему хуесос на ВРке вот так подставляется под Магнуса? Просто делает на него РП, и он два раза умирает. Он этого не понимает, не? Это супер очевидно. Просто максимально очевидно. Делаешь на кэрри РП, два раза убиваешь кэрри. Так просто 24 на 7 делают нормальные игроки на Магнусах. Я же сказал, еще раз бот лейн идем. Мы же не можем пропушить мид. Это невозможно. Как мы его пропушим? Найс, курица никогда не придумает курицы. Ай, блядь. То есть они мне салют игру, где я опять идеально играю, да? 7-1, здорово. Слейте мне еще эту игру, пидорасы. Недолюди ебаные. Опять все плохо. Так, ну что, дальше МКБ? Скорее всего. Потому что Хускар алебарду будет собирать 100%. Мне БКВ по-любому надо в этой игре. Слишком много магического урона, на самом деле, который именно на меня попадет по-любому. И который Бладмейл не отразит, то есть. Урон СФ я не отражу, потому что БКБ, Хускара тоже, аппарата тоже. Толком не отражу, да и под армлетом неприятно иметь эту хуйню на себе. БКБ тут must have. Го? Окей. Ну, блядь, никогда не бывает детекшена, когда надо. Don't stay close. Солянова. Это все я сделал, соло. Я на него прыгнул, я дал стан. Я был лучший игрок в мире. Никто другой, только я. Go fight. Ясно, как убить. Я выиграл игру в соло только что. Это я закончил игру, я сделал все. На! На! Сын дерьма ебаного! Кто там воз... Кто там пиздел, что выиграет у меня постоянно? Ты в прошлый раз сливал вес меня, тварь! А теперь Солянова Крителла от лучшего в мире! Отлетай, урод! Просто, блядь! Уничтожены, уроды! Заслуженный ПТС, блядь! Идеальная нахуй игра! 8-0-14! Домой, уроды! Соло только что вынес базу им. Прыгнул на СФ, и за меня все началось. Я дал стан, я дал крит, блядь, я все сделал нахуй. Что? Ты хочешь, чтобы я ответил? Не, ну ты хорошо играл. We can back. I don't have ult. Let's back. Let's just back. Окей. Окей, окей, окей. Easy got lag, easy steal.
Изи... Бля, слишком хорошо игра сегодня. Это по кайфу, блядь, я себе так всегда играл, как сегодня. Две игры этих. Блядь, ну... Я просто на автомате добиваю эти вышки. Потому что, блядь, сегодня мой день. Магнус, только без хуни. Блядь! Парсер! Саша Яша не попала! Как вы так быстро базу вынесли, хуесосы? Блядь, Airport VR-ку она базу вынесла просто. Все, я в парсер не взял Сашу Яшу. Ну не взял уже, я нажал... ГГ-бомж. Смотрите, блядь, фарм Райскинга. Нету слота, блядь. Сука. Кстати, ГПМ показывает, видите, 620. Так, срочно, срочно гимн лучшего в мире надо подрубить. Это просто, блядь, кайф. Я сегодня на коне. Я сегодня лучший игрок. Репорт за пиздобол. Пиздобол. Так, сколько поставить Тускара? Ну, Тускара нормально так играл, в принципе, неплохой, только не знаю, зачем пикает Тускара этого. Я не знаю. 3 или 4? Ну, я хотел бы 3,5, но не могу 3,5, придется на 4 ставить, раз мы выиграли. Блять. Ну, я просто не люблю Тускара в команде. Мне этот герой не нравится вообще. 3 или 4, блять. Ладно, на 4, блять, все. Раз мы выиграли, то 4. Если проиграли бы, то 3. Так, что, играть еще одну или как? Не знаю. Сегодня мой день, я сегодня очень сильно играю. Вот на Зевсе просто уничтожал на толку 0. Команда мусор. Без шансов вообще, блядь. Лесной Бладсикер против зомбаря. А это автолуз как бы по дефолту. У меня, если что, здесь два автолуза. Лесной Бладсикер, это раз, когда против зомби. Это автолуз номер один. Когда у тебя против тебя играет зомби, а за тебя Бладсикер, ты уже проиграл. Ну, в смысле, не Бладсикер, когда за тебя лесник любой, а против тебя зомби, ты уже проиграл изначально. Второй автолуз — это Solo Heart Legion Commander. Когда у тебя Solo Heart герой типа Bounty Hunter, Legion Commander, Clockwork, Shaker, ну, можно перечислять долго. Куча всякого мусора есть. Когда за тебя подобный герой Solo Heart, ты уже проиграл до крипов. И SF Sync APTS, или купивший ак, или забустивший ак, или хуй знает что. Или скрывающие лузы, потому что у него на дотобафе более 70% винрейта там последние 3 месяца или что. То есть, не до человек. Он умер один на один от шторма, который в муте, которого я обоссал по игре на скилле чисто. Он от него умер один на один до 6-го левела шторма SF-ом. Один на один, без гангов. Один на один, один на один, один на один. SF-ом ебаным против шторма. Просто иди нахуй. 7к мусор, спасибо. Ну и здесь я просто... величайший. Просто величайший. Просто можно открывать реплей в чисто гайд на ВК. Там вроде была одна микроошибка или несколько даже. Я уже забыл их. Я что-то там не так сделал. А, я Бладбэйл прожал, когда не надо было прожимать перед смертью. Еще что-то там было. Ну, микроошибки бывают всегда. Микроошибки, я не знаю, как сыграть без микроошибок. По сути, если придираться, то можно к микроошибкам отнести любое, любой пропуск крипа на фулл фрифарме. То есть, если ты на фулл фрифарме не добил крипа, то это микроошибка получается. Так, я думаю...